трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Владельцам седанов Volkswagen Polo и лифтбеков Skoda Rapid, выпущенных в 2017 году, следует насторожиться. 26 с лишним тысяч таких автомобилей попали под отзыв из-за плохо сваренной проушины для буксировки, которая входит в комплект инструментов. Производитель обещает бесплатно вручить хозяевам упомянутых авто другую, качественную проушину. Для этого необходимо явиться к дилеру. Трасса 101. В этом году порядка 2000 водителей автобусов в российских городах были привлечены к ответственности за пьянку. Это один из итогов масштабной проверки работы общественного транспорта госавтоинспекцией. Есть и масса других нарушений, всего почти 250 тысяч. Среди них неисправности рулевой и тормозной систем, внесение изменений в конструкцию без последующей постановки на учет, осуществление перевозок без регистрации в качестве предпринимателя. Трасса 101. В 2018 году в России может появиться уголовное наказание для организаторов уличных автомобильных гонок и их участников. Последним будет грозить тюремный срок до 1 года и лишение прав. Первым – штраф до 1 миллиона рублей и, опять-таки, тюрьма до 2 лет. Ранее свою позицию по данной теме обозначила ГИБДД. Ведомство рекомендовало властям городов предоставить стритрейсерам закрытые площадки. Трасса 101. «Шевроле Нива», входящая в пятерку самых покупаемых в нашей стране внедорожников, с 1 января подорожает. Прибавка во всех комплектациях составит 10 тысяч рублей. Таким образом, минимальная стоимость авто достигнет отметки в 608 тысяч. Одновременно, правда, увеличится гарантийный пробег – 50 тысяч километров или 2 года. Добавлю, что «АвтоВАЗ» ранее сообщил о том, что поднимать цены на свою продукцию с нового года не планирует. Думали-думали власти небольшого американского города Леония о том, как избавиться от автомобильных пробок, и придумали. Они просто-напросто запретили въезд машин из других населенных пунктов. Не совсем правда, а в период с 6 до 10 утра и с 4 до 9 часов вечера, час пик. Штраф за игнорирование нормы – $200. Чтобы отличать местных водителей от неместных, полиция раздала первым специальные знаки. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.